шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне». «Милицейской волне». Добрый вечер, уважаемые друзья. Всех приветствуем. Это «Вечерний дозор», «Милицейская волна». Здесь Аллочка Никитина, Дмитрий Широков. И у нас в гостях, Алусик, представляй, нашу сегодняшнюю гостью, красавицу. Ну, помимо того, что она красавица, именно эта барышня сумела объединить как минимум разные культуры, как максимум разные страны. Это певица международного уровня. Это заслуженная артистка России. Это любимая наша замечательная Зара. Здравствуйте, Зара. Ой, засмущали. Здравствуйте, дорогие любимые. Здравствуйте, Дмитрий, Алла. Зара, мы всегда начинаем с одного и того же вопроса для наших гостей, чтобы понимать, так сказать, в каком настроении у нас сегодня собеседник. Так, Зарочка, что сейчас вас радует? Ну, во-первых, очень радует московская погода. И она очень вдохновляет.
Меня радуют зрители на концертах, когда они тепло принимают, потому что перед каждым выходом на сцену я очень волнуюсь, особенно когда новые песни. И когда идет отдача, обратная реакция от публики, вот как раз происходит волна, не милицейская, но волна любви, добра. Ты ощущаешь себя в этот момент счастливой. Меня очень радуют мои дети, потому что они уже столько всего знают. Они такие интересные собеседники, все время что-то интересное такое смешное выдают. И у них сейчас каникулы, они отдыхают. И меня это тоже очень радует, потому что за весь год они очень устали. Новое поколение детей, они очень загружены, и это, к сожалению, без этого никак. С этим надо смириться. Уходят в школу не совсем рано, приходят совсем поздно. И я рада, что у них сейчас заслуженный отдых. В общем, вдохновляет меня абсолютно все. Интересные книги, интересные интервью, которые я смотрю в соцсетях, интересные фильмы, сериалы. Смотрю, стараюсь все-все-все успеть, потому что надо идти в ногу со временем. Люблю заниматься спортом. И летом я это делаю на улице с тренером, и это тоже меня очень радует. Кроме того, уже дописывается новый альбом, что не может не радовать артиста. Снимаем новое видео на песни. Поэтому жизнь бьет ключом, и это радует. Боже мой, как она все это успевает? Я просто вот сейчас слушаю, пальцы загибаю и не представляю, спасибо, как можно в 24 часа успеть все то, о чем говорит Зара. Да, часов мало, действительно. Я согласна с вами. Ну и все-таки, раз тогда уж так заговорили, девчачий вопрос коротко. Любимые книги за последнее время и любимый фильм, вот, который посмотрели? Ну, то, что понравилось, то, ой, что советуете. Из того, что посмотрела много, чего понравилось? Мне понравился сериал «Чернобыль». Очень хорошо снят, интересно. Есть ответы на многие вопросы, есть над чем задуматься, прекрасная актерская игра. Очень понравился фильм «Мандарины» про абхазо-грузинскую войну. Тоже вот, особенно нашему поколению, кто не очень знаком с этими историческими событиями, важно смотреть эти фильмы, очень важно. Вот, а по поводу книг, хороший вопрос. Сейчас дочитываю книгу «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Я получаю огромное удовольствие, читая эту книгу, еще и потому, что, во-первых, Гузель – это наша современница. Молодая, я бы даже сказала, юная женщина, которая так красиво пишет, которая так любит свой народ, что через этот рассказ ты еще больше понимаешь и ценишь культуру татарского народа. Для меня это, как вот для артиста мира ЮНЕСКО, очень важно, потому что именно через литературу, через музыку, через традиции, национальные какие-то навыки, обряды мы узнаем лучше о культуре других народов. И, в общем, я в большом восторге, знаю, что уже существует экранизация, скоро мы все увидим телеверсию, киноверсию этой книги, где главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Вот, поэтому я прям жду. Однако Зара, Дмитрий ждет уже задать свой вопрос. Да, да нет, просто у нас был некий ступор. Нам прислали песню, и написано «С понедельника». Это так. И в сопроводительном письме было написано, что песня запускается с понедельника. И мы сидели и думали. А почему с понедельника, действительно? Думали. С какого? Главное, не пропустить тот самый понедельник. Да. Какое название у песни-то? И потом уже неоднократно, вслушиваясь в текст, пришли к выводу, что, наверное, все-таки это название, название и является. Да, то есть. Спасибо, во-первых, что поддержали. Для меня это очень ценно. Эта песня очень важна. Любая новая песня очень важна для артиста, а особенно это, потому что в ней правильный посыл. Ведь мы всегда хотим что-то начать, и каждый раз мы откладываем на завтрак. Ну вот с понедельника обязательно похудеем, начнем там учиться, обязательно займемся спортом, ну допишем альбом, ну дочитаем книгу, ну что-то мы должны сделать с понедельника. Не знаю, перестираем белье, в конце концов. Так вот, я вам желаю с понедельника начать осуществлять свои мечты. Тем более сейчас лето. Прекрасная погода. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте в гармонии с собой. И слушайте песню с понедельника. Руководство к действию практически на милицейской волне. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Я разрываю с тобой все отношения, и в зеркале нашей любви больше нет, нет твоего отражения. В общем-то, селяви. На каждый мой вдох у тебя свое мнение, и я задыхаюсь с тобой, но я доживу наше воскресенье. А завтра я стану другой. Я
начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все расставило время по местам. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все расставило время по своим местам. Я отключу в своей памяти главную функцию и больше не помню о нас. Напишу новый план за главными буквами: стать счастливой здесь и сейчас. Я оденусь в новое вдохновение и сделаю сердце смелей. Но я доживу это воскресенье, а завтра все будет окей. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все раздавило время по местам. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все раздавило. Начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня не плачь, держи. Все расставило время по своим местам. «Вечерний дозор» на милицейской волне. Друзья, мы продолжаем. Это «Вечерний дозор». У нас в гостях сегодня заслуженная красавица. Артистка России. Замечательная артистка Зара. Зара, я очень удивился. Вы заслуженная артистка. Потому что до сих пор волнуетесь перед выходом на сцену? Да, и меня об этом часто спрашивают совсем юные артисты, с которыми мы часто выходим на сцену. А вы тоже волнуетесь, а что сделать, а как справиться с волнением? Да ничего не сделать, с ним никак не справиться. Это нормально, пока артист чувствует ответственность перед публикой, перед тем, что он делает на сцене. Это всегда волнение. Когда оно проходит, наверное, нужно сделать паузу, потому что творчество – это все время высокий накал сопереживаний, чувств, и без этого невозможно выходить на сцену. Поэтому наша профессия настолько непроста, и очень часто артисты перегорают, устают. Вот многим кажется: господи, ну что такое, да, выйти на сцену в красивых платьях, подарить... 3 минуты попеть. Да, когда это съемки, это действительно немножко другая, но это не жизнь. Это абсолютно, это вот просто вершина айсберга. Для меня, я полностью реализуюсь в профессии, это сольные концерты по всем городам нашей страны или там за рубежом, ближнего зарубежья, Европы, Америки. И это не всегда мегаполисы какие-то, это и совсем маленькие областные городки. Но везде публика, которая мечтает увидеть своего артиста в форме, мечтает услышать его песни. И вот наша концертная программа длится около 2.5-3 часов. Без антракта? Вы знаете, когда без антракта, мы делаем 2 часа, а когда с антрактом, то до 3 часов доходит. Мама дорогая. У нас был, по-моему, рекорд. Мы на концерте 35 песен спели. Ну, не уйти было со сцены. Ничего себе. Да. Закрыли выход. А вы знаете, а публика не расходилась, и они просили, и, в общем,
мы такой сделали большой концерт. И я благодарна всем организаторам, которые делают наши концерты, что они берут на себя непростую задачу и привозят весь мой коллектив. А сколько это? Это 13 человек, среди которых и музыканты, и балетные мои. У нас замечательная команда, которая сформировалась много лет. Это единомышленники. Мы все одно единое целое. И когда по разным причинам, это бывает очень редко, кого-то не хватает, вот я это чувствую. Я, конечно, стараюсь сделать так, что публика это... частички меня не хватает, значит. Ничего себе, ты представляешь, прям целый вагон можно, так сказать, арендовывать или целый самолет это заказывать. Это значит, да, что всегда живьем. Это значит, что всегда живьем. Ну, потому что певица мирового уровня. Ой. И вот Зарочка нам проговорила про ЮНЕСКО, но об этом вот давайте буквально через 2 минуты мы с вами продолжим разговор. Сегодня в вечернем дозоре певица Зара. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Милицейская волна. Капал дождь навеки мне, смывая все следы усталости, усталости. Руки опускались вниз каждый раз, когда твердила верности, о верности. А душа все понимала, все уроки принимала, ни календаря срывала со стены. Мы с тобой уже не мы. А я лечу, как могу, днем прошлое горит огнем из памяти, из памяти. Свет в глазах, мой верный путь, снова крылья распахнуть, лететь, любить и сердцем жить. Мы прошли все испытания, чтоб понять, кто ты и кто я. Стала сильной моя воля, я тебе наконец сама своя. А я лечу, как могу, расправив крылья, но я явно больше не твоя. Расправив крылья, новое небо больше не твоя. Лечу, как могу, не остановишь, нет дыма без огня. А я лечу, как могу. Пока.
«Милицейская волна». Шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне». Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется? Война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их туда не село, мальчика без усы не раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый мал, кто познал войну и кто не знал. Перед гордой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. «Милицейская волна». Шоу «Вечерний дозор» на «Милицейской волне». Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их туда не село, мальчика без усы не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне.
пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед гордой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне. Друзья, мы продолжаем. Это «Вечерний дозор», «Милицейская волна». Красавица Зара у нас сегодня в гостях. И Аллочка мне подсказывает, что к Заре еще можно обращаться так. «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Это что за звание? Действительно, я была удостоена этого почетного звания в 2016 году. Церемония проходила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. И на нем присутствовала и вручала мне эту грамоту генеральный директор ЮНЕСКО. А на тот момент это Ирина Бокова. Позже она сложила свои полномочия, и генеральным директором сейчас является Одри Азуле, с которой мы тесно сотрудничаем в этом направлении. Что входит в мои обязанности? Это работа с людьми с ограниченными возможностями. Это нематериальное также наследие в данном случае. А поскольку я певица, я очень переживаю за этническое наследие всех народов. Этот год у нас объявлен годом языков коренных народов. И уже есть данные, что каждые 2 недели умирает в мире один язык. Представляете, то есть через несколько столетий количество языков, количество традиций, навык, культур будет сокращаться. И вместе с ним мы теряем целый пласт истории, в том числе, что меня особенно беспокоит, музыкальные истории. И я, как артист ЮНЕСКО, взяла на себя такую ношу, очень важную, очень для меня необходимую, мне кажется, необходимую всем людям. Я создала этнический фестиваль, международный этнический фестиваль. И когда мы думали, как его назвать, я говорю, для меня этническая музыка – это то, что мама мне пела в детстве на родном курдском языке. Это музыка наших сердец. Мы так и назвали – музыка наших сердец. Music of our hearts. И мою инициативу поддержала и бывший генеральный директор Ирина Бокова, и нынешняя Одри Азуле. Но здесь я еще осмелилась и предложила следующую инициативу. Я говорю, я мечтаю, чтобы был организован Международный день этнической музыки. Организовали? Нет еще, но мы к этому будем стремиться. Я буду всеми своими добрыми делами, инициативами стремиться к этому, потому что день джазовой музыки уже существует, а день этнической музыки будет, мне кажется, объединять народы, будет объединять культуры, и это будет очень важное событие в мировой культуре. Неравнодушная к мировому искусству певица Зара сегодня у нас в гостях в «Вечернем дозоре». Шоу «Вечерний дозор» на милицейской волне.